Всем привет! Сегодня мы будем слушать Лакимина, «Одинокий каннибал» называется. Но, знаете, я помню Лакимина, как, что у него там в родне какой-то этот дед-маньяк был. И меня, значит, вот когда он очень часто про это поет, это наводит на мысль, что гены все-таки имеются, и они где-то там ему что-то нашептывают. Не знаю, почему он опять про это вспомнил, но давайте. Ой! Начинаем. Внутренний стержень голенький, хоть еще и стоит. Мой папа мне пишет комменты, папа мне не звонит. Думал, никогда не будет повода. Мы смотрим друг на друга с матерью разочарованно. О, время лечит, до чего мотать. Если Богу похуй, то ты для чего пытал? Я не понимаю, вряд ли кто-то понимал. Я могу себя лишь хавать, одинокий каннибал. Такие дыры не зашить, мир нам говорит. Выбери жизнь, будто есть выбор. У меня на шее свисит, ножки песню заведет, поет вина. Я не люблю вот эти однотипные песенки. Вот, ну что это, 250 раз одно слово. Молодец, но был бы молодец, но в пору детства, сейчас бы за момент сдох. Я смотрю на близких, будто те уже в могиле. Я уже готов винить себя за их погибель. И на мне коростый копится вина, даже за то, чего тут не было. Готовлюсь на ура. Не готовы умирать и не готовы отпустить. Смотри, как жрет вина. Вина. По-моему, он очень сильно заморачивается. Вина, 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 вина. Ты скоро тобой бегать. Новый метроном ты лишь понесет. Это музыка или это что? Мне некому мстить. Ой, тоска. Ой, тоска. Сейчас засну. Максим, буди, если что. Все? Какое счастье. Вот вообще не поняла, вина у него там за деда или за кого. В общем, короче... Или он сильно замороченный, или все-таки где-то у него там что-то в душе, он борется со своими генами и с Васями, и с Мишами, и вообще. И, в общем, короче, ну, тоска смертная, для чего он это все? Вот что он этим хотел сказать? И вообще, что он там сказал? Абсолютно непонятно. И поэтому так грустно, когда выходит такая ерунда, которую вроде как бы надо бы слушать. Поэтому Трояк, друзья мои, Лакимин мог бы что-нибудь и посерьезнее спеть. Всем пока.